Перед нами простой прибор, судовые аналоговые часы от тайваньского производителя под брендом KUS. Такие часы имеет смысл установить в приборную панель, которая полностью выполнена из аналоговых приборов. Данный прибор будет смотреться там очень гармонично. Хочу отметить, что есть такие же часы с черным циферблатом. Можно выбрать либо белый, либо черный циферблат. Давайте откроем упаковку и посмотрим комплектацию и подключим этот прибор к источнику постоянного питания 12 вольт. В комплекте инструкция по эксплуатации, в данном случае на английском и китайском языках. Соединительный кабель, на одной стороне фишка для подключения прибора, на другой стороне просто 5 проводов. Кнопка для установки точного времени и две самоутягивающиеся трубки. И, собственно, сам прибор. Делаете отверстие в приборной панели, вставляете часы и с обратной стороны подтягиваете пульсом. Большинство приборов крепится аналогичным образом. Плотненько ее сюда вставляем, и разъем будет защищен от попадания влаги. Далее по проводам. Красный провод у нас идет на плюсовую клемму аккумулятора, синий провод идет либо на минусовую клемму, либо на массу. Оранжевый провод — включение подсветки, его можно подключить также через тумблер на плюсовую клемму аккумулятора, либо напрямую. В таком случае у вас подсветка будет постоянно гореть. И желтый и черный провод используются для установки точного времени. Давайте подключим и посмотрим, как это все работает. Кнопка установки времени устанавливается на панели рядом с часами. При нажатии замыкается контакт. Сейчас я подключать ее не буду, просто продемонстрирую вам, как работает прибор на установку времени. Для этого нам нужно замкнуть красный и желтый провод. Именно таким образом вы будете устанавливать время. Отпускаем. Время установлено. Замыкаем контакт. Стрелка движется далее. Как видите, все устроено просто, и при подключении у вас не должно возникнуть каких-либо проблем.